Привет! Ты попал на канал Bob GTX, и сейчас я расскажу тебе парочку хороших новостей о грядущем обновлении. Если интересно и любишь мой канал, обязательно подпишись, поставь лайкосик, напиши хороший комментарий, что ты думаешь о грядущем обновлении с боссами и все такое. И погнали! Стартуем! У нас вчера был пост, в котором за 10 тысяч лайков нам обещали подарить на день рождения Шинда Лайф 1000 спинс и 25к релкоин, то есть 1000 спинов и 25к релкоинов. И как вы думаете, собрали мы это число? Конечно, собрали уже 15 тысяч. Вот, ребята, вот этот пост, смотрите, вот у нас 15 тысяч лайков. Они думали собрать только 10. Ну, блин, попробуйте тебе, разработчики, только нам не дать 1000 вращений и 25к релкоинов. Я уже думаю, что я уже буду покупать на эти релкоины, потому что собрать их было очень сложно. Но теперь подарочек должен всех нас порадовать. Ребят, ну вчера я показывал, что у нас очень большой будет Курама. И еще, ребята, еще один спойлерочек. Это, смотрите, глаза Шиндай Ренгоку. Надеюсь, эти глаза у нас будут в Bloodline. У нас вот такой типа рог, не знаю. Сзади вот такие, смотрите, типа солнышко, вот эти капельки и что-то за спиной. Похож на десятихвостого, наверное, даже костюмчик, может быть, будет. Что-то будет интересное. Если этого не видели, обязательно напишите в комментариях, что вы еще таких глаз не видели. Я не видел. Я вот только что зашел в Twitter, и тут такие новости. Возможно, уже, конечно, кто-то их вам и рассказал. Так, ребят, и, конечно же, боссы, хвостатые ивенты будут исправлены в этом обновлении через пару дней. Ждем ивента, ждем обновления. Всем удачи, всем пока.